Погодные условия этой зимы долго не давали возможности порыбачить. Первые морозы сезона 2018 привели любителей зимней рыбалки на излюбленные места. Вы рыбаки, да? Нет, пока смотрим, можно пройти или нет на лед. А то еще утонешь в башмачках вот этих. Виктор опытным глазом осматривает водоем и констатирует – рановато. Если были морозы хотя бы 10-15 градусов, тогда бы другое дело. А сейчас вот 5-7, ну, покрылся не более там 5 сантиметров, но сейчас можно провалиться. Безопасный выход на лед возможен только если его толщина хотя бы 7-10 сантиметров. Сейчас происходит становление льда, а это самый такой опасный период, когда вероятность провалиться очень велика. Мы стараемся объехать все места и расклеим листовки. Если встречаем рыбаков, то предупреждаем, что пока выход невозможен. И желательно, чтобы они потерпели с выходом на лед. Тем же, кто выходит рыбачить на лед, спасатели советуют иметь при себе индивидуальные средства безопасности. Это жилет спасательный. Он не только спасает от утопления, но и также он как помогает рыбакам согреться в холодную пору. Второе, значит, это в ящиках своих иметь веревки метров 15-20 с грузиком, для того, чтобы если кто-то провалился под лед, то можно было бросить и помочь рыбаку выбраться. А еще нельзя ходить по льду большими группами и делать в нем много лунок. Тогда зимняя рыбалка точно принесет удовольствие, а не горе. Екатерина Пармон, Иван Зюрев, события Брянск.